До концерта считанные минуты, а Иван Антонов продолжает репетировать. Утверждает, что никогда не поздно совершенствовать свою игру на гитаре. А гитара у него уникальная. Недавно она разбилась при перелете, но мастер свой инструмент не бросил. Я ее склеил сам и бокситкой, совершенно не надеясь на то, что она будет звучать. Хотел ее детям отдать на растерзание, что называется. А вот склеил ее буквально месяц назад и выяснилось, что она звучит лучше, чем прежде. Поэтому сейчас я концерты свои играю вот на этой раздолбанной гитаре. Хотя вы не подумайте, у меня есть три еще нормальные гитары. Это просто лучше всех звучит. Московская группа «Вкус Ламенко» – единственный русскоязычный коллектив. Ансамбль собирался постепенно, в течение 8 лет, и аккумулировал в себе все лучшее, что есть в России в этом жанре. Танцует на сцене Юлия Плохотина, президент Российской Федерации фламенко. Для нее этот жанр стал по-настоящему родным. Во фламенко самое важное – это душа, дуэнды. И, наверное, для каждого человека это очень важно, когда ты можешь показать все свои эмоции на сцене. Фламенко – это та удивительная культура, где ты можешь действительно открыться полностью. Для зрителей концерт в такую дождливую погоду – отличная возможность перенести себя на далекие испанские берега и почувствовать главную эмоцию южных народов. Страсть. Все-таки в наших северных городах вот страсть как-то она не очень в почете. И все время не хватает этой южной страсти острой. Вот и хотелось бы ее почувствовать. Волшебное сочетание андалузской ритмики, русского текста и современной гармонии. Энергетика, драйв и фонтан эмоций. Зрителям в этот вечер представили все лучшее, что скрывает в себе фламенко. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.